Турция придает большое значение стабильности в регионе Южного Кавказа. Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время выступления на мероприятии в университете РГС в Кайсери. Глава оборонного ведомства братской страны отметил, что Турция делает все возможное для обеспечения мира и спокойствия в регионе и будет и дальше оказывать Азербайджану всяческую поддержку. Азербайджан за 44 дня освободил от армянской оккупации свои земли, которые 30 лет находились под оккупацией. Турция все это время поддерживала Азербайджан в его справедливой борьбе и будет и впредь поддерживать своих братьев в соответствии с концепцией «одна нация, два государства».